Рад приветствовать на канале Телеграммер. В этом видео я расскажу про интересную тему, на которую меня натолкнул один из наших подписчиков своим комментарием. Дмитрий рассказал, что активно пользуется чатами в Телеграме, где ему могут помочь в том или ином вопросе. Что на самом деле очень интересно. Сколько раз ты сталкивался с проблемами с операционной системой или вообще, в принципе, с какими-то проблемами, связанными с другими гаджетами? Очень часто великий и могучий интернет дает какие-то старые и уже недейственные советы, а вот реальный человек, опытный и умный, точно может помочь в этом вопросе. Такие комьюнити есть в Телеграме, и сейчас я расскажу, как их возможно отыскать, хоть это и не так просто. Для начала стоит отметить самый простой способ. Сейчас практически у каждого канала существует так называемая кнопка «Обсудить», которая вас может и перенаправить в нужный чат. Очень часто я сталкиваюсь с тем, что юзеры просто не замечают ее или думают, что она приведет туда, куда не нужно заходить. А на самом деле все просто. Кликаете на соответствующую кнопку, и вас перенаправят в чат канала, где ты уже сможешь что-то обсудить или спросить по нужной теме. Кстати, чаты бывают закрытые и открытые. В закрытый чат невозможно попасть без ссылки на него, но если кнопка «Обсудить» есть, это та же ссылка, которая и приведет вас в нужное место. То есть чат нельзя найти через Google, но спокойно можно в него попасть, если имеется ссылка на канале. Это был первый и главный способ, как можно найти подобные полезные чаты. Кстати, сейчас не существует какого-то определенного сервиса, который бы собирал в одну кучу все существующие чаты и каким-то образом их анализировал, например, по количеству подписчиков или сообщений. Сейчас эта ниша не занята, и ты, дорогой зритель, можешь воспользоваться этой возможностью и создать какой-то каталог с подобными чатами. Это, между прочим, одна из интересных тем, как можно заработать в Телеграме, и признаюсь честно, даже я задумался о создании подобного каталога. А если ты ищешь другие способы заработка в нашем любимом мессенджере, то советую ознакомиться с несколькими видео, где я рассказывал о доходных темах, ботах и других возможностях заработка в мессенджере. Ссылки на все ролики я оставлю в описании. В предыдущей части видео я сказал, что в принципе списка с чатами в Телеграме не существует, но все-таки один мне удалось найти. Существует такой многофункциональный бот, модератор чатов, который называется Комбот. Это один из популярнейших ботов для чатов. У Комбота на сайте есть свой рейтинг чатов, но в этом рейтинге, ссылку на который я оставлю в описании под видео, присутствуют только чаты, которые пользуются этим самым ботом. На сайте категории разделены по языкам чат, а затем по количеству подписчиков составлен рейтинг. На сегодняшний день это один подобный рейтинг, в котором можно найти чаты, и которые вам могут оказаться полезными. Тут вам и знакомства, и чаты популярных каналов. В общем, полистайте страницы по этой ссылке, и вполне возможно найдете что-то интересное и, главное, полезное. Комботом пользуется большинство количества чатов в Телеграме, поэтому я уверен, что найти что-то возможно, но, как мне кажется, пока что это не самый действенный способ. Последним на данный момент вариантом найти нужные и полезные чаты – это воспользоваться функцией геочатов. К сожалению, должен констатировать факт, что эта функция пользуется не такой большой популярностью, как хотелось бы. Но поскольку она существует, я обязательно должен об этом сказать. В предыдущих роликах я уже рассказывал, что именно благодаря геочатам можно начать зарабатывать. Например, сделать группу, где можно рекламировать свои услуги. Уверен, что все, кто поблизости, могут заинтересоваться вашими навыками парикмахера или сантехника. Поэтому, как видите, найти чаты в Телеграме все-таки можно. Но насколько полезны эти способы, решать только вам. Я же хочу попросить тебя, дорогой зритель, прямо сейчас поделиться в комментариях чатами в Телеграме, если такие имеются, чтобы каждый мог отыскать для себя что-то полезное. Или же расскажи, на какую тему хотелось бы увидеть следующий ролик. Не забудь подписаться на канал прямо сейчас. Это то, что стимулирует продолжить работу для тебя. А на этом сегодня все. Спасибо за просмотр. Это канал Телеграммер. Подписывайся. И будь на волне тренда.